Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами знов програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалежка. Сьогодні у мене в гостях знов, я дуже радий, що знов у мене в гостях Олександр Сємченка. Радий, вітаю вас у нас на програмі, дякую, що знов зайшли. І одразу давайте до справ. Вчора... Добрий день, добрий день. Вчора я вам телефонував, і ну, ми домовлялися стосовно ефіру сьогоднішнього. І ви казали, що наразі готуєтесь вийти знов в ефір львівського телеканалу НТА, ну, використовуючи Skype. От, в принципі, я пам'ятаю, як все відбувалося тиждень тому, коли ви безпосередньо там були присутні разом з Дмитром Васильцем, з Геннадієм Борисовичем. Ось, і в принципі, я такий думав, ну, там якийсь цирк відбувався насправді. І я думав, що може вони подумали, що вони якось не дуже, ну, так нормально себе поводили, треба вибачитись, і від того вони вас знов запросили. Ну, перед тим, як ви дасте мені відповідь, давайте подивимось, що саме там відбувалося. Це дуже цікаво. Дивимось. Тому пану Сємченку слово, ну він подзвонив. Я, чесно кажучи, ми типу з повагою до вас поставились. Ви до нас подзвонили, дає вас в ефір. Ви з якимось пекельним фоном до нас включаєтеся. Це ютуб канал Олександра Чукланова. Це людина, яка досліджує діяльність Сталіна, кота українського народу. Я не знаю про що взагалі це відео, але я читаю до нього коментарі. Вони дуже схвальні. Я взагалі не розумію, на що ви з цим фоном до нас в ефір постукались? Що ви хочете сказати? Во-первых, можно, чтобы поставить все точки над «и», не я вам позвонил, а вы мне позвонили, еще позавчера договорились, а можете выйти в эфир. Я согласился, я вышел в эфир. То есть, давайте не будем, перекручивать, вы чудовый манипулятор, мы это знаем. Теперь к вопросу о фоне. Ви знаєте, завтра у вас... А ви можете говорити українською? Тому що ми ж з вами домовлялися, що ви говорите українською? Я зараз не в вас в гостях. Я зараз сейчас у себе дома. Ви в гостях у Сталіна, судячи з вашого фону. Да, значить, я хочу вас поздравити з праздником. Завтра дійсно большой праздник. Насправді, якщо ви говорите російською, ви кажете, що це ми вам дзвонили, і ви от хочете говорити тут те, що ви говорите, то давайте тоді не будемо. Не будемо. Ну, людина провокує з якимись неймовірними. Дякуємо, пане Олександр. І вибачаюся перед нашою аудиторією, що ми дали цій людині слово. Незрозуміла людина. Олексій Нютко, ви з ним дискутували минулого тижня. Кажучи, взагалі, от мені було огидно, що оцю картинку зі Сталіном ми тримали в себе на ефірі. І мені здається, що ця людина, це є, я ще раз скажу свою думку, це є продовження руського міра. Це не російськомовна людина, це є русскоговорящий, русский мир, можна який хоче зайти в нашу хату. Вони закривали вас, а ми будемо закривати їх. Точно великий Львів не має бути для нього великим екраном. На це лицо Кашулінського можна смотреть вічно. Там би ще Фаріон сидів. Ну, а як же без неї? Ну, це ж свято. На Лисій горі мають бути всі. Дивіться, ну, перше у мене запитання. Ви мазохіст? Чому ви другий раз пішли? Ну, в принципі, вже мали досвід спілкування з такими людьми. Вот. Ну, насправді, я для себе за правило взяв не відказуватися ні від одного приглашення, ні на будь-який ефір. Тому що в будь-якому випадку це трибуна, в будь-якому випадку це можливість донести хоч до якоїсь аудиторії свої взгляди, свої оцінки. Ну, вот, и исторических событий, и событий современности. И поэтому, поскольку как вы предложили, я решил в этом поучаствовать. Вы кажете, что они запропонували, правильно? Да. Вот, потому что спочатку с того, что людина... Вы до нас в студию вот, через Skype. Через Skype. Вы до них прямо... Ну, вы, мабуть, хакер, да? Российский хакер, который смог взломать систему и змусить их вывести вас в прямой эфир. Вот, и... Ну, это вот как раз я вам сбросил, да, вот как это в скайпе переписка, да, то есть они... Ну, это уже как бы конец всего, потому что, на самом деле, они обратились ко мне во вторник, позвонили, мне об этом сообщил Геннадий Борисович, что они позвонят, спросил, можно ли дать им телефон. Мой дал телефон мой, вот, они позвонили во вторник вечером, спросили, смогу ли я выйти с ними в четверг в скайп.
Вот. Потом уточняли вчера тоже по телефону. Вчера же по телефону уточнили мой скайп. Вот связался со мной их инженер. Пишет: добрый вечер, это инженер программы «Говорит Великий Львов». Должны с вами сегодня включить... А почему российскую написал? Ну, что за зрада якась, я не разумею. А вы знаете, когда как бы мы с ним вот тут тестовый звонок тоже был, вон, видите, 18.50, тестовый звонок, мы с ними пообщались, так мы с ним тоже общались на русском языке, но это секрет. Ну, потому мы, что, чтобы мы человек... про це нікому казати не будемо, що ви спілкувалися з ним російською мовою. Он мені теж відповідав. Добре, ну, в принципі, ну, так чесно кажучи, ви теж, мабуть, думали, що зараз хлопці просто, ну, вони зрозуміли, що вони тоді себе поводили. Да нет, я ж не настолько наївний. Я видел, хто там в студії сидить. Ну, мені сразу сообщили, ще во вторник, коли дзвонили, що там буде Федіна, це парохоботша. Ну, так же можна називати, да, депутата від Порошенка? Да, це саме. Я так розумію, подростаюча Фаріонша, причому більш активна. Ну, молодець Лізадор ще грає. Вот они мне сообщили, а другие... А она тоже была коммунистка, как Фарионович? Не, она молодая. А, не? Она молодая. Она даже, наверное, октябренком не была. Так вот, как бы мне они сообщили, что она будет. Ну, я уже понимал, что это вот некий деструктив, но я думал, что в этом деструктиве все равно смогу донести какие-то конструктивные мысли. Тем более, что, ну, дата вот сегодня, 26 октября, у нас эта дата очень показательная для Западной Украины. Потому что именно 26 октября собралось Народное собрание Западной Украины. Это выборный орган, который выбирали, избирали жители Западной Украины, причем на альтернативной основе. Там были не только, так скажем, ставленники коммунистов среди этих депутатов Народного собрания. Так вот, 26 октября они собрались. Это было ровно 80 лет назад. Юбилей. Ну, в конце концов, им есть повод выпить. Угу. Они приняли 4 решения, одно из которых, ну, мне кажется, это основное решение, декларация о... Ну, в общем, они попросили Советский Союз и попросили УССР, чтобы их приняли в состав Советского Союза и в состав Украинской Советской Социалистической Республики. То есть, по сути, как бы обратились с просьбой о воссоединении Украины. Ну, это не докажете, а они тоже скажут, что... Ну, я... Ви телефонували до них, то так же само. Це така система. Історичний факт, так. Я хотів їх поздравити з цим праздником, звісно. Ну, вони там говорили, хотіли обсуждати форму Штайнмайера, вона була якби заявлена. Теж було о чому сказати о формулі Штайнмайера. Тому що, насправді, по моєму глибокому убежденню, кожен, хто виступає проти Мінських соглашений, він і є сепаратист. Він є людином, який виступає проти територіальної цілісності України. Він є людином, який виступає, ну, в зависимости от того, как выступают, за пропаганду, за ведение агрессивной войны. Это тоже уголовное преступление в Украине, 436-я статья Уголовного кодекса. Почему я так говорю? И вот там я тоже планировал это сказать. Потому что Минские соглашения, когда их выполнить до последнего пункта, формула Штайнмайера — это же маленькая часть Минских соглашений, которая там описывает буквально, там, как сопрягаются два пункта из этих, из этого протокола большого, ну, не очень большого, там один. Значит, если их выполнить до конца, то что получается? Получается Донбасс — це Украина. Причем не только на бумаге, но и де юре, де факто, во всех смыслах это Украина. Войны нет, восстанавливаются экономические связи, Украина получает серьезные импульсы в экономическом, в социальном развитии. То есть вроде как это все в плюс Украине. Я не вижу здесь минусов для Украины, а вот эти вот так как зрадофилы, вот підемо воювати, будемо воювати до останнього кінця. Ребята, я вот уже обращаюсь и к ним, и к сотрудникам СБУ, 436 УК. Вот в каждый, кто выступает против Минских соглашений, это 436 УК, пропаганда агрессивной войны, на самом деле. Ну, то, вот это, ну, в принципе, мы можем ожидать, если будут какие-то более такие потужные изменения в Генеральной прокуратуре, то, в принципе, это уже может быть как видеодоказом того, что люди распаливали. Этих, на самом деле, видеодоказатель, включайте канал «Прямой», канал «Эспрессо», «Пятый». В принципе, зараз все понимают, что нет никакого смысла с этим звертатися. Пятый, когда включаешь все, что угодно. Вот говорить Великий Львів включает, там еще у них есть там Перший Захід, ну там менее такое мракобесие, много на самом деле. Вот подобного рода выступления. Четвертый канал там, ну вот в Украине, в Киеве, да, есть там много на самом деле. Это выстачает. Да, мракобесов хватает. Вот, и как бы картинка, которую они за спиной видели, ну они там начали к блогеру, я, честно, не знаю, что это за блогер. Потому что мне нужна была картинка за моей спиной, иллюстрирующая вот то, что происходило в 1939 году.
1939 году, еще раз напоминаю, Западная Украина вошла в состав ОССР. Там был длительный период, то есть проводили выборы, еще раз повторюсь, выборы альтернативные, избрали почти 1500 депутатов. То есть, понимаете, да, вот эту маленькую Западную Украину, 6 миллионов человек, раздробили на очень маленькие округа, то есть, по сути, люди знали, кого они избирают депутатом, чуть ли не лично, могли за руку позвать. Ну, на 6 миллионов 1500 депутатов. У нас для сравнения сейчас, ну, не бы то, на 40 миллионов 450 депутатов, а там на 6 миллионов 1500. Их избрали, они собрались, они обсудили, ну, уже так, чтобы для полноты картины, что они еще обсудили. Они приняли решение о национализации земли помещичьей и монастырской. Ну, в основном это католическая, либо греко-католические монастыри, то есть в общественную собственность передать. И о национализации банков и крупных предприятий. Опять-таки подчеркиваю, там вот всякие там цирюльни, пекарни залишались, ну, оставались в частной собственности. Если там не было, конечно, эксплуатации человека на человеком, потому что, ну, это вот, это был пунктик, да, в Советском Союзе, в Конституции 36 года СССР, в Конституции 37 года ОССР, это был пунктик, не должно быть эксплуатации человека человеком. Вот. Ну и еще один пункт, это провозглашение советской власти. Так советская власть, извините, у нас до сих пор существует, потому что что такое советская власть? Это власть Советов. А у нас граждане до сих пор реализуют свое право на власть через систему Советов, будь то сельские советы, районные, обласные, ну или Верховный Совет, Верховна Рада. Ви дуже багато людей зараз розстроїли, які проводили декомунізацію. Тобто вони не до кінця завершують свою справу. Ну давайте перейдемо до наступної теми. А от давайте продовжимо тему правди. От зараз саме така хайпова тема, це тема пов'язана з поліграфом. От поліграф Поліграфович. Да. Як сталося? Одна частина «Слуг народу» звинуватила іншу частину «Слуг народу» в тому, що вони взяли якогось хабаря, і від того вони не змогли проголосувати на комітеті про якийсь закон, пов'язаний з оцінкою житлового майна. Ну, там вже не будемо даватися в подробиці. І до чого це привело? Це привело до того, що в прямому ефірі Дубінський сів і відповідав на питання, будучи підключеним до поліграфу. Сьогодні вже Арахамія був. Вчора? Ну, вчора, да, я перепрошую. Дубінський позавчора вечором. Так, так, да. І, в принципі, у мене таке питання. Ми ж розуміємо, що по великому рахунку ті показники, які отримують спеціалісти з поліграфа, ну, ці дані, не можна їх застосувати і почати судову справу, наприклад. Ну, наскільки я розумію. Я не знаю, може я помиляюся. Ні, ну, у нас поліграф, в принципі, ні в якому виді не є доказательством для суду. Так ось, для чого це все було? Це більше політичний, на самом деле, шаг. Тобто, от, потрібно було показати чесність. Я не знаю, чесно говоря, от як... А у вас, ну, ви ж працювали взагалі? Ну, я когда работал, ну, я хотел вам об этом сказать, опережаете меня, да. Я сейчас вот просто оценка этой ситуации. Я не знаю, Дубинский вот как бы понимал, что то, что делается, оно не совсем вот, как бы не совсем тест, не совсем правильный. Но в любом случае он решился на этот тест, показал, что он тут честен. Я, честно говоря, считаю, что он действительно честен, потому что вот тот закон, он вреден для Украины. То есть там новые коррупционные риски. Я не говорю, что вот то, что сейчас происходит хорошее, это тоже, извините, Г. Но там Г в квадрате получается. Поэтому Дубинский, в принципе, я, ну, даже если он продинамил этот законопроект за взятку, ну, молодец. 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 Смог заработать на хорошем деле, потому что законопроект дерьмо. Вот так же динамили бы и остальные законопроекты, которые принимали «Слуги народа», потому что, ну, я то, что смотрел, ну, это просто реальный ужас, это разбазаривание страны, это уничтожение страны, на самом деле. Что касается моего личного опыта, ну, в 2013 году я проходил полиграф перед назначением на должность начальника главного управления Минтоходов по Сумской области. Ну, это начальник областной налоговой. Вот перед этим, как бы, я, мои коллеги по распоряжению министра проходили
полиграф. Ну, естественно, это все, конечно, вам сподобалось? Конечно, это было все добровольно, потому что полиграф – дело добровольное. Но тут ты просто или соглашаешься его пройти, и как бы имеешь шанс на повышение. Для меня это было повышение, потому что с начальника инспекции, большой инспекции, но я уходил на область, маленькую область. Но все равно маленькая область лучше, чем выше, чем большая инспекция. Якось відрізнялося те, що як ви проходили, і да, як ми приходили? Очень отличалось, ну, по хронометражу. То есть у меня это все заняло, наверное, часа 4. Там были разные вопросы, вопросы, касающиеся там, отношения к наркотикам, к спиртному, там, какие-то вредные привычки, было там участие в ДТП. Ну, то есть, в принципе, вот как бы определяли личность человека, определяли прогнозируемость человека в тех или иных ситуациях. Ну, естественно, коррупционные вопросы тоже проговаривались, профессиональные вопросы проговаривались. Некоторые. По коррупции это какие питания? Ну, вы берете великие взятки, чем маленькие? Ну, нет? На самом деле, то есть тоже было... там вот и про взятки, то есть брали ли там в каких-то ситуациях, просто в целом брали. То есть, там как это вот все происходит? То есть ты общаешься, вот то, что мы видели тоже у Дубинского, ты общаешься, но мы не все видели, то есть общаешься с человеком, который проводит исследование. Какая цель? Ну, ему дали вопросы какие-то уже, то есть у него были вопросы, которые получил, видимо, от министра или от службы министра, но эти вопросы с испытуемым, ну, в данном случае со мной, уточнялись для того, чтобы вот как бы было четкое понимание, да, чтобы я правильно понимал вопрос, потому что если ты неправильно понял вопрос и как-то на него ответил, ну, какой результат из этого получится? Эмоционально поэтому мы бы не, ну, как-то отразится. В любом случае, что-то там отразится. Просто это, насколько как бы это будет доказательно. То есть проговаривали вопросы. Вот блок и проговариваем вопросы. Так, так. Иногда эти вопросы немножечко переформулировались для того, чтобы они звучали, естественно, для испытуемого. В конечном итоге вопросы, то есть вот для того, чтобы получить один большой вопрос, там, разбивали его на много маленьких, ответ на который можно было давать только да или нет. Да или нет. Других вариантов там нет. То есть вот там что-то... Ну, в дискуссии в дискуссию не вступаешь, как бы... То есть ты можешь вступать в дискуссию по ходу вот этого вот собеседования. У меня было несколько блоков. Перед каждым мы собеседовали, корректировали вопросы, потом отвечали. Ну, то, как датчики на Дубинского вешали, ну, было похоже. Я как бы там не очень хорошо рассмотрел те грудные, там, на живот датчики и так далее. Меня вот больше всего рассмешил датчик, да, который под попу. Вот, но... На повитре он, может быть, да? Да, Дубинский тоже спрашивал как бы такие вопросы. Да, как мне объяснили, там очень много разных как бы нервных окончаний сходятся от разных органов, поэтому это, ну, как мне объяснили, чуть ли не самый информативный датчик. Там были датчики на пальцах, там, ну, вот как бы на руках, то есть, по-моему, у меня 7 датчиков было, которые вот вешали это, испытывали. Причем, ну, знаете, вот он иногда давал какие-то странные... странные ответы, то есть мне потом спросили, а что ты соврал по поводу того, что ты, ну, то есть, что, ну, соврал, когда тебя спросили о том, попадал ли ты в ДТП. Я говорю, я не соврал. Меня спросили, попадал ли я пьяным в ДТП. Я не пью в принципе, поэтому пьяным в ДТП попасть просто не мог. Ну, а так, как бы, да, была ситуация неприятная. Вот, но... Ну, в принципе, из-за этих моментов и до, скажем так, до судовой справы нельзя приеднать. Ну, это больше, мабуть, для суду присяжных, да? Воно більш може впливати безпосередньо на людей, які можуть виносити, ну... Да в том-то и дело, что суд присяжных тоже не должен принимать во внимание, то есть, в принципе, суд не должен принимать во внимание те доказательства, которые не рассматриваются как доказательства законом. Да, то есть, если, допустим, какое-то доказательство было добыто незаконным способом. Ну, допустим, провели у вас обыск, нашли 100 килограмм наркотиков. Но это не может быть доказательством, если нет санкции. Санкции на проведение обыска. Да? Либо, допустим, провели у вас обыск, есть санкции на проведение обыска, но кто-то как бы что-то там ошибся, и у вас дом номер 10, санкция выдана на дом номер 12. Ну вот все. Все. У меня, кстати говоря, в практике у налоговой была ситуация, когда дали санкцию не на тот адрес, пришли уже, глянули в санкцию,
И 4 часа следственная оперативная группа ждала под воротами, пока один из ее представителей съездит в суд и возьмет новую санкцию на новый... На правильный адрес. Вот как бы это, ну, то есть это моменты, которые защищают, в принципе, права граждан, и это в приоритете на самом деле, потому что у нас в Конституции написано, что цель любых органов государственной власти, местного самоуправления – это защита прав граждан. Ну а что касается вот того, что там происходило, ну это больше пропаганда. Это больше пропаганда, это больше хайп. Но вы знаете, я смотрел, как бы хайп тоже не очень получился, потому что канал, который это транслировал, он, по-моему, максимум достиг что-то около 9 тысяч просмотров за, ну, вот в единовременно. Mm-hmm. Да? Я помню, когда накануне второго тура там кто-то попытался снять Зеленского, подал заявление в суд о снятии Зеленского, так там единовременно что-то 1100 смотрел. Какой-то неизвестный блогер вел трансляцию. Может бути, що люди просто зараз трошечки вже втомилися від цього. Ну, да, занадто багато шоу, мені здається. Ну, шоу дійсно дуже багато, тому що, от смотрите, у нас на цій неділі устроили як мінімум 3 шоу, да, то есть шоу з веревкою, причем, я думаю, что там, ну, там не было ничего такого в этой песне. Да, то да, есть, да, там, криминально ничего. Да, как бы говорил, как депозиты в Дельтабанк, но так благодаря Гонтареву они там и сгорели, как кредиты в Натробанк. Ну, там, ну, в принципе, там была правдивая песня. И то, что люди в Украине, большая часть, особенно те, кто имели валютные кредиты по курсу 8, да, там, особенно люди, которые имели депозиты более 200 тысяч гривен, которые тоже сгорели, которые не были компенсированы из фонда гарантирования. А те, которые были компенсированы из фонда гарантирования, так они же лежали гривна по курсу 8, да, допустим, на депозите лежала, а компенсировали по курсу 30, ну, к примеру, такое. Такий нежданчик. Ну, да. И люди потеряли. Поэтому Гонтарева – это человек, ну, с негативной репутацией в Украине. И вот варежку раскрывать, что меня обидели. Тебя обидели? Кто последний в очереди, я тоже обижу. Ну, вот такой вот у людей подход. Хорошо, добре, дякую. Дякую за позитивну бесіду. Це була наша думка, а тепер давайте в рамках нашого громадського опитування поцікавимося думками наших відомих блогерів. І на цю саму тему нам зараз розповість щось дуже цікаве Анатолій Шарій. Дивимося. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Перше. Лично моє мнение. То, что президент уже озвучил то, что взяли, значит, что это воспринялось обществом уже как реальность. Все. Детектор. Там, давайте погадаем на кофейной гуще, на там, разотрем сушеные там, эти самые, жабьи лапки и так далее. Но это все уже все. Это на втором плане. Президент, когда он это говорит, все. Оно уже принято, воспринято. Всосали миллионы людей. Но это такое. У нас на связи специалист, он на сентябрь 2019 года, на текущий год, на сентябрь, провел более 5600 опросов на детекторе. Это специалист-полиграфолог, 9 лет стажа. Через него проходят люди, которые желают работать в эпицентре, проходили до этого банковские работники и так далее и тому подобное. Его мнение сжато, коротко, просто чтобы вы поняли. Опять-таки, это его мнение. Может быть, может он не прав, да? На данный момент времени в системе эпицентра проверено за 9 с лишним лет более 3500 сотрудников. В общей сложности у меня почти 6000 опрошенных сотрудников. Это в банковской системе, в Рабексбанке, в Приватбанке. Здесь все это сведено в архив, который в другой раз очень хорошим подспорьем служит начальником службы безопасности гипермаркетов. Я совершенно не умаляю заслуги того человека, который там какие-то титулы имеет, какой-то там член-корреспондент, я не знаю, кто он там, не знаю. Я смотрю на реальную работу, на методику, как она выполняется. Точно так, как студенты, когда Тодоров делает операции на мониторе, смотрит, что он делает. Вот он объясняет, не знаю. Любая процедура подразумевает какие-то условия. Условий как таковых не было. Я не думаю, что у этого специалиста нет стула. Это все наспех, тогда цель. Так цель какая?
Кстати, цель, так я не услышал, я так только понял, так из всяких каких-то отрывков, что цель была, чтобы господин Дубинский доказал, что он честнее всех самых честных. Доказал, что он не брал деньги за конкретно это голосование. Да. Я уже понял, как фабулу. На самом-то деле фабулу должен выдавать заказчик, и не адвокат, а тот, который действительно заинтересован в подтверждении благонадежности. Я так понимаю, это люди с офиса президента. Все факторы влияют на состояние опрашиваемого. Все факторы влияют на состояние специалиста. Он не может сесть на волну, по-русски говоря, с опрашиваемым, а он обязан сесть на нее по методике. То есть он должен по-человечески с ним общаться. А вот эти натянутые взаимоотношения, потому что стоят куча камер, три человека, с каждым по 2-2.5, а бывало и по 3-3.5 часа. Все зависит от интеллекта человека, от понимания, от его закрытости, ну, от многих факторов. И предтестовая беседа, так называемая стимуляция, является основным видом деятельности здесь. То есть занимающим процентов 80-90 рабочего времени вообще. В данном случае, без всякой критики, я не видел предтестовой беседы, я видел рассказ о том, как будет проходить она, как она там, что мы будем спрашивать, ну что угодно. А стимуляция она делается с определенными целями. Какими целями? Две цели. Четко человеку объяснить, что если он даст добровольное согласие, то это сведение будет выяснено. Большинство вопросов фактора риска. В данном случае я вообще не увидел там вопросов фактора риска. Каких? Разговор шел, брали вы наличку, причем фиксированная сумма 30, там, 50, да, тысяч. А если 20 давали, что все нормально, да? А если вообще не давали, а давали борзыми щенками где-то там, на какие-то счета, а? Или на офшоры? Если не мне, маме давали, не ему, а маме, ну да. Да, это с одной стороны, во-вторых, поймите правильно, вознаграждение – это не обязательно деньги, налички. Не было представлено ни одного вопроса фактора риска и вопросов общей благонадежности за конкретный период. О чем я говорю? Общая благонадежность складывается с связи с криминалом, деловые связи, конечно, не знакомство. Знакомство может быть. То есть, когда человек зарабатывает на этих связях, наркотики, естественно, ну и... Это уже заказчик регулирует, что. Есть этот вопрос, к примеру, там 13 правил по Молчанову Оглоблину. Есть 13 правил постановки вопроса. Вопрос должен быть коротким, должен быть лаконичным. Определяющее слово должно стоять в конце вопроса. Ну, определенные правила, помните, правильно. Вот. Ну, здесь даже говорить об этом не приходится. Вопросом, пока он закончил вопрос, там уже забыл, что вначале. Ну, вообще, я не понял, откуда специалист озвучил это. Я вижу, что противодействия у вас от вас не будет. Почему ты видишь, что противодействия не будет? Оно может быть заранее подготовлено приемом каких-то психотропных средств. А может в процессе проявиться, все зависит от ситуации. Оно разное может быть. В интернете много почитать можно, но оно так банально видно на экране, поверьте, оно не добавляет благонадежности. Срывы сигнала там определенные моменты причем. Кто-то меньше боится, кто-то больше, кто-то катастрофически боится, ну, правда, вида не показывает. Это самообладание, сила воли у каждого разное, к тому же это вещи тренируемые. Но это не значит, что ничего не ёкнет. Ёкнет внутри. Только когда надо подвести стимуляционно предтестовую беседу. Когда эта подводка есть, когда человек четко понимает и уже ответил на эти вопросы письменно, с росписью, а не так, как там этот лысый человек бегал туда-сюда, там что-то приносил, понимаете, да? Там вот там вопросы есть, херня какая-то там. Он ответил, потом мы сравним. Мы сравним, не специалист, а мы сравним, да? Когда бывают случаи такие, когда вроде бы все ясно, а как говорят в Одессе, чуточку не ясно. И вот эта чуточка, понимаете, она настолько влияет, все зависит от опыта, конечно, и принятие решения всегда, ну, профессионалу не мучительно, она мучительная, пока 1000 человек не прошло, да, действительно, но мучительно. Да, можно ошибиться.
поскольку каждый старается показать себя с лучшей точки зрения. Я даже не хочу делать никаких выводов, никак это резюмировать. Но сценарий я во всей этой цирке, можно сказать, или как, театральной постановке, все-таки какой-то вижу. Ребят, может, хватит уже заниматься этой чепухой, мягко говоря. Да давайте, может, уже займемся страной, в которой проблемы. Вы же, блин, для этого избирались все-таки. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока. ЦТРУ. Топ-блогери України. ЦТРУ. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую за те, що знову були в нашій програмі. Як завжди, інформативно, весело і познавательно. Це була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за відомими блогерами. А ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. І також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого, друзі. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.